Всем привет, друзья, с вами Кофи, и мы сегодня открываем кейсы в CSGO. Наконец-таки я решил зайти и открыть пару кейсов. Вот, значит, у нас в наличии есть один охотничий и, как видите, много-много-много летних. И давайте тогда сделаем так. Я буду открывать 5 кейсов, и, значит, откроем 4 летних и один охотничий. Давайте тогда приступим открывать, и, пожалуй, мы начнем с летних. Так, давайте открыть, купить ключ. Сейчас мы быстренько купим ключик. Так, авторизировать. Так, все, отлично. Так, теперь можно приступать к открытию, к открыванию кейсов. Так, использовать ключ. Смотрим. Так, давненько, ребят, я уже не ощущал этого чувства, когда ты просираешь просто деньги. Хотя, смотрите, статрек, ТЗшка. Я, кстати, давно хотел ТЗшку себе, статрек именно. Так что, и по-моему, состояние... Сейчас посмотрим. Нет, состояние точно не завода, но сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим все оружие. Прямо завода! Супер, просто супер. Так, вот уже хорошо. Так, давайте дальше. Так, открыть. Так, значит, охотничьи мы оставим на потом. Вот, давайте так, опять купим ключик. Так, все, открыть. Так, использовать ключ. Смотрим, что же нам выйдет сейчас. И нам выпадает USPS Кровавый Тигр. Но, честно говоря, я USPS не использую. Я использую P2000, так что... Ну, мне вот этот пистолет не нужен. Так, давайте тогда открываем следующий. Так, блин, вот честно, я хочу, чтобы не выпало что-нибудь такое особое, но я понимаю то, что это не произойдет. Так, давайте использовать ключ. Так, давай, пожалуйста. По-моему, там что-то красное прилетело, я не видел. Но статрек... Да, хотя бы долетело бы до Глока, но статрек USPS, я не знаю, сколько он стоит. Но, ну-ка, давайте посмотрим состояние. Немного поношен, но в принципе неплохо. Так, давайте тогда следующий кейс. А так, сколько мы уже... Так, это все, это последний тогда. Последний e-sport. Так, используем ключ. А точнее, сначала его надо купить, да, прежде чем использовать. Так, так, использовать. Не, давайте так немножко подождем и начнем использовать. Раз, на счет три. Раз, два, три, поехали. Ягуар! Ягуар прилетел! Давай, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Угу. Да, конечно. Да, да, да. Темная вода. Муха. Давайте посмотрим состояние. Так, немного поношенное. Ну, все равно говнецо стоит где-то рублей 5, наверное, точно. Ну, и у нас остается последний кейс. Давайте используем ключ. Так. И давай, последний кейс, я верю в тебя, давай, ты можешь, вот, давай, а здесь можно? Нет, выбрать предмет уже нельзя. Давай, 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 ну же, давай, хотя бы... Стой, 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 стой! Да! Фух, я не знаю, сколько он стоит, но состояние, конечно, меня не радует, но все равно это уже после полевых испытаний. Мне вот интересно, сколько стоит. Давайте даже посмотрим сейчас на торговой площадке. Я вам скажу, сколько он стоит. Так, сейчас у меня быстренько все прогрузится. И я скажу, сколько он стоит. Он стоит, ну, где-то 60 рублей. Блин. Я уж обрадовался. Думал, стоит он там рублей 100, ну, больше. Но... Ну вот, значит, давайте подведем итог. Нам выпал статрек Аук закрученный. Муха, темная вода, статрек USPS Кровавый Тигр, еще один Кровавый Тигр, но уже не статрек. И вот это ЦЗшка статрек, Гексан. В принципе, это все. И вы знаете, по-моему, это вот самая прибыльная, по-моему, серия, да? Потому что в прошлых сериях у меня вообще ничего не выпадало такого прям, который стоит больше хотя бы 20 рублей. Ладно, всем спасибо за просмотр данной серии, подписывайтесь на канал, всем пока-пока.